А мне Это у вот нас тут, такой. короче, двое человек, которые с КД в Ноксрамасе. Один из них это я. А второй это не Стейдон, короче, сложный, ник ДК. Ник Дейлон Гнидыч, да? Да, ты мне это Эрела кинь и это. Как он называется? Ну, значит, заходи базука престом ирландовским. И еще, получается, может пойти этот. Где? А кто ушел? Ну, я престом ушел. А, и этот Тагариус. Может, пойдешь тогда, как он называется? ДК танк у тебя есть, может, что-то надо на него. А Ник Дейлон пойдет, кем он, блядь, пойдет? Локом или друидом? Во, вон он. Здрасте, поближе. Здорово. Здравствуйте. У вас там фол получается, да, будет? Сейчас, не знаю, сейчас посмотрим. У меня просто из вариантов это либо друидом идти, ну, которому там вообще ничего не надо, либо воином, который, типа, танк 198, но это издевательство. Синий весь. Ну, да. Я бы тоже с рога исходила, которому ничего не надо. Мне тут вообще ничего не надо. Никому. Ну, по самый прикол в воине, я не знаю, мне так вышло, что у меня там уже почти кап дефа. При том, что я ни одного камня еще не поставил. На недокап меткости. Ой, мастерства. У меня все три камня Око Дракона стоят на мастерство. Так, может быть, на Мишку пойдет? Вон они, нас... а бери аниматрончика, пускай будет второй танк. А то там, блядь, Тадиус и кто там, эти, как они называются, этого Ник Дейлон накикни. Ну и кто тогда последний пойдет? Тагариус кем пойдет? Пойдет кем-то? А что я РЛ? Ну я офлился просто. А, я сделаю тебя РЛом, а ты сделай меня помощником. Взаимовыгодный бизнес, да? Это же ответственность, Войд. Роланда вошел в игру. Ну, это, а сколько ты будешь делать? Ну, блядь. Долго там делать? Сколько там? Минут 5 или сколько? Если хочешь. Делать кого? Да он и Лема хочет сделать, он в гильчат пишет. Минут 15. Блядь. Ну а нам чистить, не чистить тогда? Что нам чистить? Трэш тогда чистить? Чистить. Так, ну а если аниматрончик один танк, то кто тогда второй, блядь? Тут все такие классы, что танком разве что мне быть. А честно, блядь. Блядь, короче, если там дадут квест, там надо будет письмо, короче, поменять, еще что-то в шторме, то быстро будет. А если, блядь, дадут квест от гориллы минуту бегать, чтобы она тебя не догнала, то это минут 15 будет. Нет, что-то не то. Давай ты на турбоежика пойдешь. А что если отменить, типа, и другой взять, не получится? Нет, да, ой, там да только нет, одно. Там на каждого персонажа разные квесты. Да нахрен ты создаешь каких-то... Я просто чё, Элима Ренегата не делал, потому что этот, блядь, меня заебут потом на острове. А он у тебя еще не Ренегат? Блядь, ну нет, нам танк... Нет, Ренегат, он на Алика. Ну нам танк надо, если бы ты ДК пошел, посмотри, может тебе на ДК что-то из Знакса десятки надо. Может быть ваза как-то... У него вар есть, у ваза. Так только он... не знаю, там фурик. Так он ДДшник. Если аниматрончик, допустим, кто у него там, Эрдру? А может Пана? Пана, ну он вон на БГ играет. Ну блин, мы тоже можем на БГ играть. Аниматрончик, Эрдру, Мишка. Вот он, Мишка, чисто на Тадиуса спекнулся, там, где два нужно. Где там еще нужно, блять. Там, считай, весь инс в одного танка. На Гроблусе еще собирать нужно этих. Да нет, там тоже в одного, там похуй. Вот. Типа за собой средние тоже можно возить. Глут. Да, он там вздыхает. Да Глут тоже. Ну что-то мне не нравится Глут. Ой, там краш-тест, на краш-тест зашел.
Ну, артефект, блядь. Базука, а у тебя ДКшник там танка шмота нету? Который твой? Есть. Танкошмот и танкоспек? И танкоспек есть. О, может, ну все это судьба будет, да? И сидит, молчит, блядь. Да просто... Я жду предложений. Ну, так давай. Откуда мы будем гадалки? А, так круто будет, понимаешь, аниматрончик такой на подхвате, ты такой главный танк. А у тебя, ну, типа, снакса ничего не надо или надо что-то? Ну, Роланда хотела тут немножко этого приста приодеть. Мне как бы там ДКшнику вообще ничего не надо. Мне там ДКшник уже 10-10, поэтому... Ну, мы же 4 кила не пойдем, у тебя не, ходит. Не, ну погнали, да, как бы. Мне вообще без разницы. Мне все равно я так чисто время скоротать, пока Роланда на концерте. Ну да, если люди... Да, я на ДК сейчас зайду. Конкурента убрал такой, блин, сука. Войд. Да, 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 блядь. Не, я не то, что типа приста там охота одеть, просто это. Танчить заебал. Так а ДД нам еще нужен тогда. Я знаешь, когда вот в эту ДВ пришел гильдию, такой, ну, у меня был спек, ретрик. А, хэпал у меня был. Я же тут хэпала одевал. Ну и думаю, такой, буду хилить себе спокойно, хилы всегда нужны. Ну и короче, берут хэпалом, а потом типа, а там хэпала штуки две было еще. Вот у нас, говорит, хэпалов стабильных нету, будешь хэпалом ходить. Потом хуяк три хэпала, короче. Ну, у меня, говорят, есть у тебя спек? Ну, я ретрика сделал, спек есть, ну там хуёво одетый. Я за одно КД на ретрика налутал там две трини или три. Одну снакса, одну сока, короче. В пухи там все поналутал, короче. И там ретрик стал чуть ли не 210. И, короче, в итоге ретриком гонял. Потом третий сделал танка. Ну, вижу, что танки... Не всегда типа играют там. По итогу теперь я танк. Я заметил, Войд. Короче, да, блядь, дали мне квест от гориллы бегать. В Пернистой долине. Так не надо. У тебя есть какой-нибудь любой твинк? Потому что нам ДД остался. Все ж там паладин был. Ну, я ДД ж... Мне как раз на Эллиба надо шмоток полутать. Потому что я с него сейчас делики делаю на острове, на шею. На ретрика-то я на шею уже все собрал. Ну делай, делай. Ну, давайте. Он у меня 200, он у меня 201, но у него чисто молот фамилька. Хули нам остается ждать Элема и Вошнева. А мы... А чем мы можем почистить? Какие там кварталы есть? К военному можем почистить? К чему еще там? К лоскутику? Чисто вот эти подходы, да? Чумной мы пробегаем, да, типа. То есть горгули мы не идем. И какой еще и. Ну, паучий там тоже немножко. Ну, пошли, военный трэш почистим. И. До лоскутика, типа. И там он как раз квест, наверное, сделает. Вот ебаный в рот, еще и Орда Шторм чистит, блядь. А где военный квартал, блядь? Ого, пока меня мама не сбегла. Пожалуйста. Блин, как непривычно видеть Макса в хиле. Отстань. Говорит, мне ищет метку на танк. О, а Боб, поставь столик. Да. Возьму штрудели, чтобы жрать. Хавать. Где бази, где? Что, снова шкаф надо? А у меня тут, да, сейчас вот просто руды 6 этих, ну, пачек переснулось, как бы их не собрать. Но пришлось нырнуть туда, в пучину эту под короной. Ах. Да, танчи пока, сейчас я ему сумон кинул. А, я тогда каску раздаю, да. Так ты один паладин. Да, я просто сразу забахал, когда нас два паладина было. Вы можете не хилить, я тут как бы справлюсь. Или может быть я на ДД зайду? Как считаете? Не хилить, да, я учусь играть.
Я не буду хилить, не буду, сейчас у Ретрика спрятаюсь. Ты типа больше командуй. В смысле команды? Войд, Джерал. Типа говори там направо, налево, там давай, блядь, там Идер дай, там всю хуйню. Он Идер на себя будет сливать. Ну, это кто там еще есть? Аниматрончик есть. О, я тогда, знаете, я в куклу сяду. О, что-то плохая идея была, не хилить. Так, какая, да, при чем тут это? Они в носу там умирают, я. При чем как все близко подошли, там положились, да. Вставай, сразу беги, я забафую на ходу, хман. Что бора легли? Что, мне с танка спекаться? Угу. Да. Ну тут, в принципе, и медведь так-то может один трэш потанчить. Там, когда этот Гариус зайдет, уже... Там, по сути, какие боссы нужны танки на этом... Как он называется? На Тадиусе, на Глуте спекнемся. Так, если вы видите маленького Мишу, то вы бейте его цель. Давайте договоримся так. Какая там кнопка? P, Shift P, что там? Таргета. Shift F, то по-моему гильдию открыть. Я не помню. У меня просто через этот забито, через хилбот. Я даже на роге так делаю. Вик, тихо, ничего не говори. А, короче, я ходила сюда вчера рогой. Мы не убили первого босса. Ну, по квесту пошла. С такими дурачками пошла. Мы били. Ничего не происходило. Норм. Что-то повезет. Ебать, Настя, собирай танк, это знак, блядь. Ой, ты мне и лучше шмотки давал, но я все на расплыл. Так, базе собирает, так что откажусь от всего пока что. А Боб, а ну иди сюда, давай на расплыл. Ладно, сейчас ответим.
Блин, что это? Какие-то мобы пришли тут сзади. А, да, мобы пришли. Это, мне кажется, пец агрил какой-нибудь. Я даже подозреваю, что это может быть мой. А чё, как он так? Он сам по себе гуляет? Да, интересно. Да нет, он по себе бегает, я его позвал только что, чтобы он за мной бежал. Я просто смотрю, он с лестницы спускается. Там, короче, после того, как они Ульдуар выпустили, они как-то, блядь, петов сломали, что ли, не знаю, что. Короче, пет теперь не прыгают вслед за хозяином, они оббегают вот этот обрывчик, который есть. И бывает, короче, с пассива снимаются сами, блядь, по себе и ходят. Ого. Ай-яй-яй. Бигвар, как тебе хилом бегать? Я не хилю ни хрена, не знаю, не успеваю почему-то хилить. Ну да. Или не умею, не знаю, сейчас предлечусь. Ну, сейчас я в куклу сяду, увидишь, как надо хилить. Пятками чисто стараюсь, заходит отряд, и все. И вот этим, которые долго кастутся, я не успеваю этим хилить. Я кастую, так, ты быстрее кастуешь, все, лишний хил. Покровительство это если тут нету хилов основных. Если ты там с ДЦ идешь, тебе нужно будет покровительством хилить. Но ты идешь с шаманом и со мной. Тебе только ходки кидай, считай. Что там тебе еще? Сколько бить? Так МП5 можно? Обезвариваю. А, МП5 тут же тотем ставит. Посмотри, сейчас там. Я в бухту прибежал, тут, короче, два квеста еще. Бухануть пошли, короче, будет, может, тогда до лоскутика. Ну, пойдем. Лишь бы сервак не этот... Если не хотите, там убейте босса, мне получится. Нет, ну, короче, квест на Разуве, мы на него пошли, мы тебе оставляем его сейчас. На лоскутика бежим. А у тебя в Наксе никто не убит из-за шамана? Ну, типа, на Разуве, не знаю, что он еще актуален. Ну, на этой неделе на Разуве. У тебя ну, Накс, типа... Накс на Элеме не закрытый, никакой босс, чтоб проходку можно сделать. Я этим шаманом чисто РЛК гонял. Я вообще не этот, ни разу не ходил. Чисто РЛК бегал с него, и все, Накс не ходил ни разу. Ни Накс, ни ВС, ничего. Слушай, он же там льда десятка еще не закрыта. Мы, может, что, будем думать сегодня что-то? В Армалюге нету еще. А что если второй стати попробовать льду собрать? Я вместо Бармалюги пойду. Ну вот Арти может собрать, по идее, но опять же, это надо, получается, Накс останавливать. Надо Арти, чтобы он собирал. Ну кто там у него шел? Кошка шел. Так, он хил и второй хил какой-то нужен. Азраил. Но если они десятку пойдут, то это 25-ки точно не будет. Короче, да, я не знаю. Я могу ДК пойти в ульду. Мне кажется, приоритетнее будет закрыть ульду, чем Накс. Да пошлите в этот. Там же этот, Лосо танк, его нет сюда. Ну, сказали, он там на работу вроде. Глассу нету, а кто у них еще? Клипса есть. Клипса на шамане. Клипса. И второй какой-то нужен. Ну что, статик можно собрать? Он Роланда пойдет. Роланда не Роланда, а Настя пойдет. Куда пойду, куда? Я сегодня хорошо сходила в льду. И не против второй раз ходить. А ты на кем ходила? Рога ходила.
Вот этим рогой, который надо удалить, который он везет постоянно. У меня как раз на том же аккаунте есть друид везение. Да, я 2 токена выбила. 2 токена выбила. С погоми ходил? Не, с гильдой. Ну и там немножко погибли. Ну, все с клинками шли. Поэтому я выпросила, я даже сролила, да. А вот Триню я все-таки не выпросила, потому что я другой Тринку мог поролить. Быстрее бы уже другой какой-нибудь рейд открыли, а то скучно ходил. Конечно, скучно, блять, Алгалона не убиваем, блять, Йогу не убиваем. Даже обычку Тори мы не убиваем, потому что еще одеваться надо 3 месяца, блять. Пока мы шмот наберем людям. Да я просто X2 зашла, это, монетки покрутить. И смотрю, люди целка собирают, Каражан Гир, и тоже захотелось. Хуйня это все. Когда здесь это будет, уже тошнить будет от этого. Я знаю, но соскучилась как бы. Что там соскучиваться? Здесь. Так, я его выставлю. Да? Нет? Посидишь, подождешь, а потом все это выйдет и уже нормально будет. Тут рыба спереди стоит. Хэмо похуевший, да? Ну как? А ну бля, что это, я охуевший? Что-то происходит, что-то происходит. Кто-то умирает или рождается? Что там Тагариус? Не знаю. Ничего, спасибо. Блядь, от ебаной гориллы убежать не могу, еще какой-то рога приебался. Тебе надо 3 синих камня. А? Чилько Ашканди. Ашканди, я не знаю, Ашканди. О, дети Дренора, Лича и Панды. Ашканди. Что такое? Это меч. Вернишь. Только темный скорбь или как там. Я готова пулять. Вот, посмотри на моего ДКшника. Вот это Ашканди. Это пуха? Не, Юга, нет, да. Юга. Но, кажется, камня нет. Какой камень тебе надо? Тридцать стамины? Есть у тебя? Да это параша, надо 30 стамины. Да обойдемся, что ты.
Вот самый топовый топорчик. Ваши темные скорби, это все чепушня. Скутура? Ага, у меня на классике такой уорка был. Блин, вара вообще. Влетаешь в толпу на БГшке, крутелку даешь, и четыре человека встанет. Один в поле воин, планзе. Когда Шадоморн задонен. Я недавно такое видео видела, где Адам с одной кнопкой всех побеждал, макросом. Ну. Я была в шоке. Ну чё мы стоим? Отдыхаем. Там через что-то как-то сейчас. Ну вы не забывайте, Тагариус там квест делает на шамане. Поэтому и стоим. Ну, типа, можно трэш поездить. Ну вон, иди в комнате рядом, есть да трэш. Да мы в паучьем ебаните. Ну а чё тебе проход? Ну, ладно, вы в паучьем ебаните в этого, блядь. Ануба и это. Так а тебе не да надо проход? Да потом сделаю проходку. Ну пошли паучи тогда ебашить. Вот завтра мне детей привезут. Может быть, меня будут очень сильно отвлекать. Я уже ни на что не надеюсь, блядь. На что? На что? Ни на что? Да ни на ульду, ни на этот самый, ни на десятку, ни на 25-ку. Уже все ясно. Надо, чтобы все стали безработными и или школьниками, или стариками. Тогда можно шпилить. Постареем, короче, будем шпилить. Так что ждем. Хорошо сказал. Так сказать, спокойная старость в Наксе 25-ке обеспечена. Где твой тотем очищения? Мне вчера кошка сожрала тюльпан. Понимаю. Ну и нормально, походу. Вот прям целиком, прикиньте, сожрать цвет. Ну шо, тут один танк, я думаю, нужен. Настя, а ты чё, ретриком можешь херачить, чё ты? Мне надо в Доларан топать. А чё, у тебя он какой спек, третий или как? Ну, давай шкаф ставь, я этот, зайду за рогу, нахрен. Вот. Два окна ещё буду играть. Да зачем тебе КД вешать? Может, потом пойдёшь с кем-то? А чё мне там надо? Так, это Ливерпуль? Нет, там вон Ирдру есть и Аршам есть. Вон они сидят. Давай мне пати. Да как кто танки добывает? Аниматрон? Ну. Ща-ща-ща, 7 лет грузит. Можно меня забафать? Я
Ну, а максимальный РНЖ, да, он держался от танка или как? Угу. Полукругом. Ну, Роланда пришла. Вы хилите, да? А тут хотел там. А вроде пока хилим. Ах ты ж ёпта, да. А вы его уже, блядь, убили. Притяни, притяни, притяни. Отбегаем. Отбегаем от босса. Начинайте подбирать. Я, короче, буду лучше не на роге, а лучше на паладине. Сейчас я ФК 3 минуты. Блять, а что он тут сделал? Не пойму нихуя. Ну... Танка уронили, да, из-за этого? Ну да. Да. Блядь, там просто помимо танка еще дохуя кого надо хилить, блядь. Трое вообще, я не знал, как они отскочили, просто тык-тык-тык, я вот не успел даже к остану, тык, отпали. Лав, там что-то еще кто-то. Ну так первый-то танк упал. Не-не-не, перед этим, перед... Два человека это, упали. Это были не человеки, это были петы их. Как выключить, чтобы у тебя в этом не отображались? Открой настройки. Открой настройки. Шкурки открой. Шкурки. Исцеление. Исцеление дальше. И там есть питомцев. Убери галочку. Шкурки, блядь. Вуду скачай, нормально будет. Кто так перевел, блядь? Шкурки, блядь. Ну что там Тагариус? Да, я тут. Сейчас у меня, короче, персонаж релогается. В бухту торговцев перемещусь, пласку куплю и напишу тебе. А, ну тогда я рогу отпускаю. Все-таки приходилось альтабаться и хилить. Лучше осталось на хиле.
Найдешь меня там в этом поиске? А, ты говоришь. Ты на этом, на присте? Да. Да просто забиваешь void. И находишь. У ренегатов не канает. Ну свой ник тогда скажи. Он сейчас друзья добавит. Мне надо фласку на языке бахнуть, чтобы ты мог меня, ну, пригласить в это. И в пати, и в гильдии. А где эта фласка берется? У маба. Под Долораном есть. В бухте торговца где-то есть, в Долоране. Под Долораном. Сейчас посмотрю здесь. Чтобы не Алло. Чё, пришёл, Смоки? Так я тут уже давно. Так, давайте, суперхил готов хилить. Сейчас уроню танка ещё раз. Чётко. Базе не забудь притянуть на касте. Давайте, Гер. Бля, да как-то быстро похиливать. Говорят, хвоста еще друида нужна, чтобы ходки быстрее тикали. Ну, лучше СПД.
Готовься подтягивать скоро. Протяжка, протяжка. Настя. А чё я? Его сложила в две точки, все, не две, да с одной. Ну так а как ты? Зачем ты так близко стоял? А? Ты близко стояла. Неправильно. Все нормально, я прожал бабу. Так надо было стоять на высоте 30 метров просто. Нет, нет, не в этом дело. Ну в чем дело тогда? Я же говорю, надо было спамить хилу, а ты прыгала что-то. Что, прыгать какой-то, я спамил, потом какой-то хил просто вот так хиливал, пока дождь. Этот самый, гнидыш, скажи, что тебе реально сложило в тычку. Я ему и лоха кинула, чтобы 30% срезала физурона, я ему и сакру кинула. Ну как бы я сделала все, чтобы предотвратить смерть, но он сдох. Да нет, там просто хилку надо спамить и все. Готов, но я спамил уже, поняв хилку. Тебе там надо накидывать 3 стака жизни цвета, омоложение и восстановление, и спамить покровительство. Притом нельзя проебать, чтобы 3 стака жизни цвета спали, то есть обновлять их. Ну я так и делал, финиш все равно упал. А, подожди, так, давай, так, ничего, у меня жизни цвет, 3 стака надо держать, потом омоложение держать, и еще и восстановление, вот эти 3 должны на нем висеть, да? Да, вот именно. И спамить покровительство природы, да? Да, тогда максимальный хил от тебя будет. Плюс еще есть бурст. Если ты заканчиваешь каст покровительства природы, есть такой каст быстрое восстановление называется. Его в конце каста покровительства нажимаешь, и по нему максимальный захил заходит. Он от хоток зависит. Он съедает их, да? Ну, можно символ поставить, чтобы не сильно. Там же меньше тогда хила будет. Не знаю. По символу что-то срезает, чтобы все оставались. Удивительно, почему Войд твином дал столько, сколько Хантер. Ну что, и прошло. Так, на этот, кто он, пояс себе, вместо твоего одень, тут просто есть, и дух, который тебе нужен. Вот если бы я не бегала, не лутала бы.
О, жезл, нихуя себе. А, натуре. Ладно, у меня есть. Ну, что, мне в танка или ДД оставаться? Ну, танка. В танка лучше, потому что, хуй знает, тут не такие сильные танки. Рыбу сейчас поставлю. Там все просто, короче, когда босс, рядом с боссом умирает один из служителей, он вешает на босса баф, и там то ли 15 секунд он висит, его можно заранее до берсы убить, и когда берса появится, она сразу скинется, этот баф скинется, короче, только смертью служителя рядом с боссом скидывается эта хуйня. Да, поехали. Базе трэш держишь? Или кто держит? Стонтите мобов. Тем, ставь очищение, шаман. Я уж не помню, чей это твин. По цвету говорит какой-то тем. Это где мана? Ну ладно. Короче, ромбик бьем. Этого желательно не слить, а то будет берса, потом он сдохнет. Пружинки. Не забирай, не забирай. Ну зачем вы так делаете? Вот сейчас забирай. Вот забирай, 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 забирай. Вот если бы вы не убили заранее моба, так бы не бегал босс. Слава, на ДК нормальные перчи? Какие там, на танке что ли? Ну, если с этого их нет, что там, меткость нормально должен быть. Ну, у меня защита и мастерство.
Меткость приоритетнее, чем мастерство. Сейчас у меня 2 минуты АФК.